В Китае произошел первый в истории страны корпоративный дефолт. Местный производитель солнечных батарей, компания Shanghai Chaori Solar Energy, не смогла осуществить выплату процентов в размере 14 миллионов 700 тысяч долларов по выпущенным ранее облигациям. В свою очередь, власти КНР сообщили, что не будут препятствовать дефолту. Компания, выпустившая пятилетние облигации на 1 миллиард юаней с доходностью 8,98% в марте 2012-го, готова выплатить держателям этих бумаг лишь около 4 миллионов юаней. При этом компания заявила, что предпримет все усилия, чтобы свести убытки для держателей облигаций к минимуму. В частности, будут сокращены или отменены зарплаты топ-менеджеров и заморожены все инвест-проекты. На долговом рынке Поднебесной не было дефолтов с 1997 года. Объем рынка китайских корпоративных бондов оценивают в 1,5 триллиона долларов.